Это программа «Новый Казахстан». Здравствуйте! Сегодня мы говорим о защите прав работников и о безопасном труде. И гость нашей студии – руководитель Департамента Комитета Государственной инспекции труда Министерства труда и соцзащиты населения Республики Казахстан по ВКО Бакытбек Кизатов. Добро пожаловать к нам в студию. Уважаемые телезрители, вы можете дозвониться к нам по номеру 52-24-49 или прислать вопросы на номер WhatsApp +7 37 235 10 34. Так, еще раз добро пожаловать к нам в студию. Тема, о которой мы сегодня будем говорить, она очень обширная, очень актуальная и серьезная, да, и мы знаем, что вы проводите огромную работу в этой сфере совместно с большим количеством организаций, да, заинтересованных, и самих работодателей. Обо всем об этом мы сегодня поговорим. Начнем мы с того, что функции некогда управления, да, теперь департамента, наверняка изменились, да, поскольку теперь вы подведомственная, получается, организация комитета. И как думаете, в связи с чем это было сделано, да, вот эта реорганизация, будет ли сейчас больше у вас полномочий и возможностей защищать наших трудящихся? Да, добрый день. Действительно, с 1 сентября управление инспекции труда ликвидировано, и вместо него создан новый департамент Государственной инспекции труда комитета. Ну, с чем это было связано? Наша республика с 1993 года является членом Международной организации труда. Угу. Один из основополагающих принципов этой организации, чтобы службы инспекции, они были как бы под центрально, работал с центральным аппаратом и вертикальном подчинении. Угу. До 2013 года мы были в составе министерства, потом перешли в юрисдикцию акиматов, и теперь обратно мы вернулись в комитет. Ну, какие функции у нас будут меняться, какие у нас задачи будут ставить? Задачи у нас остаются те же самые. Это соблюдение трудовых прав и гарантий работника, при этом соблюдая баланс интересов работодателя и работника. Но его можно достичь разными путями. Да? И теперь наша задача, вот этот переходный период, это самая главная задача, не ослабить нашу работу и плавно перейти с одной формы на другую. И функционально наша работа меняется, да, мы больше будем обратить внимание на цифровизацию наших проверок, и будем больше работать с предприятиями совместно с другими нашими надзорными органами, в том числе Департаментом промышленной безопасности, Департаментом энергетического надзора. Но при этом мы сохраним наши связи, наши наработки с акиматами районов. Когда мы работали вот за этот период в составе акиматов, у нас были налажены тесные контакты, связи с акиматами по обеспечению безопасных условий труда и защите трудовых прав работников. И плюс постоянно мы в составе трехсторонних комиссий с акиматами работали, и это направление обязательно будет продолжено. Ну вот, если мы говорим, да, в целом о нашем регионе, это регион промышленный, да, естественно, в первую очередь мы говорим о промышленной безопасности, о том, насколько тяжелый, да, труд у сотрудников, да, вот этих промышленных предприятий, предприятий, которые работают в сфере разведки недр, да, геолога, разведки и так далее. То есть это такой большой пласт работы и очень много различных рисков для вот этих вот сотрудников этих предприятий. Вот чаще всего это компании частные, да, то есть здесь законодательство, конечно же, защищает предпринимателей, ну, там, получается, своя система, да, законодательная.
Какую роль здесь может сыграть департамент, да, в плане урегулирования различных ситуаций и исполнительная власть? То есть это все как бы на договорных, наверное, каких-то в основном, ну, скажем, решениях, да, делается, поскольку законодательно, ну, контролировать бизнес у нас могут другие организации. Да, да, вы говорите правильно. Наша задача, перед этим я говорил, соблюдение баланса интересов и работодателя, и работника. При этом необходимо добиться защиты трудовых прав работников. Я почему говорю работников? Это потому что работники – это наемный труд, да, и права их необходимо защищать, и в Трудовом кодексе это четко обозначены, эти моменты. И наша задача вот это защитить трудовые права работников. Мы каким путем достигаем? Первый это, конечно, это проверки. На первом месте стоит проверки, делятся на внеплановые и профилактический контроль. При профконтроле мы как раз, о чем вы говорили, вот это риски, риски учитываем. И потом на основе этих профессиональных рисков составляется план работы на полугодие профконтроля. Во время профконтроля мы изучаем предприятие, состояние безопасности, охраны труда и соблюдение трудовых прав. И потом даем работодателю предписание без применения санкций, никаких штрафов там нету. Там, ну, чтобы только устранили все, да, там, да, мы пишем, какие нарушения, потом поставим сроки и потом дальше контролируем исполнение этого предписания. И если предприятие не исполняет, то тогда, конечно, приходится применять и меры административного воздействия. А при внеплановых проверках это мы сразу пишем предписание, если есть состав административного наказания, то применяем. Но здесь необходимо отметить, надо такой факт, что в течение года, в течение 9 месяцев нам поступило около 1500 заявлений от граждан нашей области. И проверку мы провели в 298 организациях, при этом 27 только профконтроль, а остальные больше 270 это внеплановые проверки. Если взять соотношение 1500 заявлений поступило, мы провели всего там 270 проверок, это говорит о том, что есть некоторые моменты, изъяны есть. Какие законодательства, я имею в виду, что нам надо необходимо исправить. Когда к нам приходит работник о нарушении, заявляя о нарушении своих трудовых прав, законодательство есть такой момент в предпринимательском кодексе 144 статьи, что он должен нам предъявить доказательства, убедительные доказательства о нарушении. Это что может быть? Это вот они могут нам предъявить трудовую книжку, трудовой договор, потом расчетные листы, пенсионные договора, пенсионные отчисления и тому подобное. Но когда человек к нам приходит, зачастую без этих документов приходит. И мы вынуждены, соблюдая требования предпринимательского кодекса, человека, конечно, отправить дорабатывать это заявление, и это возникает определенные недовольство с их стороны возникает. И поэтому мы как раз и ставили, и сейчас продолжаем настойчиво ставить перед нашими вышестоящими организациями вопрос о том, что вот этот вопрос каким-то образом решит. Потому что мы где-то 2020 года ввели такое понятие электронные трудовые договора. Система ЕСУТД, единая система учета трудовых договоров. И согласно данным, где-то порядка больше 95% наших предприятий эту работу сделали. То есть рабочие 95% предприятий нашей области имеют электронные трудовые договоры. Как раз вот эта вся работа, вся вот эта жалоба приходится на эту долю 5%. И нам как раз, чтобы это решить, необходимо законодательно вот этот вопрос надо изменить. Кроме того, департамента задача
не только проверять и наказывать, это я первую часть сказал, и мы второй части мы должны работать разъяснительной работой, разъяснять и работодателю, и работнику, чем, в чем это трудовой кодекс состоит, какие его требования, хотя сейчас скажу, что действительно работодатели и работники на достаточно хорошем уровне уже знают свои права, свои обязанности, которые гарантированы Конституцией, Трудовым кодексом и другими законами. А как применять это, и как раз это вопрос. Да. И работодатели знают, что теперь, как раньше, когда было избытка трудовой ресурсы, они могли позволить себе некоторые вольности, а теперь на рабочей профессии как раз идет очень большой спрос, тем более квалифицированную рабочую силу. И третий составляющий нашей работы – это работа с другими организациями, органами, в том числе профсоюзами, в рамках так называемых трехсторонних комиссий, социальное партнерство. Мы эту работу вот совместно ведем. Ну вот, если вернуться к жалобам, а есть ли, например, у сотрудников, да, вот как раз если прорабатывать этот вопрос, да, сложный, когда человек попал в какую-то, например, неприятную ситуацию, посчитал, что, ну, к примеру, ну, если вот так вот смоделировать, да, например, ему недоплатили, да, или заставили, например, неурочно работать, нигде не зафиксировали, естественно, кадровики там как-то где-то там что-то, документы там подделали, может быть, или утаили, ну, то есть человек не знает об этом, да, его не допустили просто туда и так далее. То есть мы можем представлять разные абсолютно ситуации. Человек посчитал, что его где-то обманули, может быть, да, недоплатили и так далее. Может ли он, например, представить, да, свою историю вот через ЕУТНШ, к примеру, да, были ли такие случаи, и опять же, да, возможно, приходится возвращать это заявление, да, за недостатком, скажем так, доказательств. Конечно, такие примеры есть. Если человек, например, к нам впервые обратился, мы, во-первых, его через ЕУТНШ можем принять заявление. И, во-вторых, он может прийти к нам, наш адрес, и там рассказать, и мы тогда ему, как говорится, консультируем. И при этом, когда зачастую, когда люди приходят, они знают свои права. Они четко говорят, у меня вот это не дали, мне заработную плату там задерживают, уже 10 число следующего месяца наступило, либо после увольнения прошло больше 3 дней, мне не выплачивают, либо там отпуск мне экологически не дали, или тому подобное. А главный вопрос, как я уже говорил, возникает тогда, когда мы начинаем его досконально изучать и, как говорится, приводить к требованиям предпринимательского кодекса. И при этом мы, конечно, человеку консультируем, говорим, что вот вам необходимо доработать по этой части заявления, по этой части найти дополнительные доказательства. Дополнительные доказательства какие? Это может быть освидетельствование другого лица, который, имеющий трудовой договор с той же организацией, он может написать, да, действительно, это человек, мы вместе поработали. Либо он может взять в пенсионном фонде отчисление, с реестра отчислений может взять, или он может предъявить нам документ, который доказывающий предприятие работы, это может быть и прохождение различных инструктажей, журнала инструктажей по технике безопасности, выписки, либо там, то, что по камерам, да, пропуска, быть, да, и тому подобное. К сожалению, по камерам мы не можем взять. Это может быть только доказательство для судов. Да. Она перечне у нас это не показано. А вот часто ли бывает, что, ну, допустим, доходит, может быть, даже какой-то массовый иск, да, может быть, там люди, например, в количестве там, коллектив, да, не получают, к примеру, заработную плату, и вы советуете им, например, в гражданское, получается, гражданское дело, да, заводить. А, правильно, да. Бывают такие моменты, когда вот массово обращаются люди, да, мы тогда, во-первых,
принимаем меры, незамедлительно, оперативные меры, с предприятием начинаем работать. Если предприятие находится на территории какого-то района или города, с акиматом начинаем работать о причинах возникновения вот такой задолженности или каких-то нарушений. А с другой стороны, зачастую эти вопросы лежат не на ведении акиматов или других. Это вот, например, есть предприятие, которое у нас связано с зарубежными партнерами, работают на территории другой области или на территории там, другого государства. И тогда начинается работа, как говорится, в рамках через министерство, через другие предприятия. Например, можно привести один из машиностроительных наших предприятий, которые свою продукцию отгружали постоянно в сторону там, другого государства. Там долгое время не были выплаты, но в рамках трехсторонних комиссий, и вызывая туда, обсуждая там, пришло в конечном итоге эти вопросы удалось решить с ними. А когда массовое обращение идет с работников организации, и это с чем связано? Зачастую связано с тем, что нет диалога между руководством, администрацией предприятия и рабочими. Ну, либо что-то случилось, и оно внезапно, например, закрылось, да, из-за чего-то. Да, может быть, так, да, потому что... Кризис какой-то наступил. Предприятие, банкрот. Руководство не объясняет зачастую вот эту причину, или объясняет... Или обманывают. Объясняет, говорят, как говорится, вот мы да, завтра выплатим, завтра, все будет хорошо. И как раз в этом вопросе я к чему хотел подводить, как раз вот это связующим звеном между работодателем и работником выступает профсоюз. Где есть профсоюзные организации, практически таких конфликтов бывает очень-очень мало. Потому что они как раз буферная зона, там они как раз на этой площадке они регулируют. Обсуждают, регулируют, где есть действенно, где работает профсоюз очень действенно. Таких примеров можно привести много. И, конечно же, да, если перейти к безопасности. Безопасность это очень, скажем, такой острый момент, тяжелый, да, особенно, да, подчеркиваю, для нашего региона промышленного. Мы, к сожалению, да, нередко видим в СМИ очень печальные, трагические новости, да, о том, что где-то там, допустим, происходит авария с летальными исходами, люди гибнут, да, в результате там, разных, да, ситуаций. Но, к сожалению, да, чаще всего мы понимаем, что вот если взять гипотетическое промышленное предприятие, которое, например, ведет там, сложную деятельность в сфере там, разведки, недр, там, еще чего-то, да, в таком ключе. Чаще всего, да, как вы сказали, да, большая часть уставного капитала принадлежит, к примеру, да, какой-то зарубежной организации, да, у нас здесь, ну, скажем так, филиал, да, располагается, и если решать напрямую, да, вот такой вот, ну, скажем, аварийный случай, да, с летальным исходом, то получается ли, например, у министерства выходить прямо на руководство, да, вот этой вот компании, или все решается на уровне, к примеру, региональном, да, и как часто эти компании стараются скрыть настоящие подробности дела, да, чтобы, ну, скажем так, вину, да, перекинуть на где-то неопытность сотрудников и так далее, да, чтобы, скажем так, реноме свое сохранить. Ну, может быть, уже такого нет, да, в 2024 году, и уже все более ответственные, но все-таки мы же понимаем, конечно, да, к сожалению, случаи такие, ну, происходит. Вот они есть, да, и есть ли возможность полностью предусмотреть их появление и никогда больше не видеть трагедий? Да, действительно, вопрос очень хороший. Давайте я начну с самого последнего, о сокрытии.
Потому что, когда происходит несчастный случай, по Трудовому кодексу работодатель обязан немедленно сообщить об этом инспекции труда, родственникам, другим органам, полиции и тому подобное. Угу. Но у нас подписан меморандум. Угу. Меморандум подписан с ДВД, с Управлением здравоохранения, профсоюзами и другими контролирующим госорганом. О чем? О том, что если каждому из них будет известен факт травмирования на производстве, они тоже между собой сообщают, обмениваются информацией. Кроме этого, есть законодательные их обязанности есть у каждого госоргана. И поэтому мы управление здравоохранения, например, ежемесячно проводим сверку. И они ежедневно нам больницы сообщают, угу, о тех фактах, которые похожи на производственную травму. Мы с ними отработку делаем. И кроме этого, с ДВД и другими госорганами тоже сверка идет. Угу. Но стопроцентно жить это, конечно, не удастся. Потому что здесь зачастую идет договоренности между получившим травму и напрямую с работодателем. То есть некоторые работодатели, пометуя о том, что за это потом будет им определенная ответственность, и они пытаются уговорить рабочего скрыть этот факт, компенсируя при этом это определенными финансовыми средствами, угу, договариваются с ними. И когда зачастую, когда мы это выявляем, и когда вот говорим, что работодатель говорит, он получил эту травму дома. Но мы знаем примеры, когда вот работодатель, может быть, и первый год, второй год свои обещания может и выполнить, особенно это сфера малого бизнеса, имею в виду я. Угу. И после чего там третий, четвертый, пятый год и может и не выполнить, потом эти рабочие куда идут? Опять к нам приходят. И тогда говорят, мне, мол, типа, вот так заставили. Поэтому я постоянно говорю и сейчас повторяю, не надо скрывать работнику о несчастных случаях на производстве. Работодатель хоть ему обещает что-то делать, и там делает, но все равно это последствия через лет, может быть, несколько, она другой плоскости может и проявиться, и в части это здоровье и тому подобное. Тогда человек начинает искать документы. А с другой стороны, несчастный случай на производстве, когда происходит, как я уже говорил, работодатель должен сообщить. После того, как сообщить, и он дает состав комиссии. Зачастую многие люди думают, что вот эта связь с производством, расследование проводит инспекция труда. Мы самостоятельно это не проводим, специальное расследование, мы только издаем приказ, а состав комиссии войдет как равнозначные партнеры, это работодатель, потом представители работников, это профсоюзы, может быть, другие работники и инспекция труда. Угу. Вот они втроем расследуют это дело и потом в конце определяют причины, обстоятельства и делают выводы. Выводы какие? Например, выводы о том, что первый это случай связан с производством или не связан с производством, а вторая часть выводов, самая тяжелая, это процентное соотношение. Насколько виноват был тот человек, или там настолько виноват работодатель. Угу. И когда комиссионно вот это все вопрос как решится, после этого только подписывается, дальше этот материал уходит в органы внутренних дел, дальше там применение определенных мер. И здесь зачастую инспекция труда остается этой комиссии один. Почему? Там, я уже говорил, работодатель и представители работников, они с одной организации, у них мнение как бы совпадает, а инспекция труда идет по закону и доказывает, что это не так. Uh-huh. И в таких случаях мы пишем свое особое мнение, которое будет учитываться, когда работодатель, если ему что-то обещал, не выполнил, когда он в суд пойдет, как раз наше особое мнение тут как раз сыграет. И поэтому я говорю всегда работникам быть принципиальным, когда идет расследование, рассказывать все как есть. Потому что это не только его касается, конечно, завтра его коллег может коснуться. Если мы не выявим истинных причин
и обстоятельства. Завтра может и случиться с другим человеком аналогичной ситуации. Угу. Такие же нарушения может допущены будет. И одна из задач от этого специального расследования не только это вот определенные там выплаты получит человек и тому подобное. Это выявить причину и не повторить эти случаи. Угу. Ну да, действительно. Поэтому я как бы ага. и именно акцентировала ага. момент на том, что бывает и такое, да, что работодатели чаще всего причину как раз-таки пытаются да. умолчать, да, потому что, может быть, где-то они не позаботились о качестве, допустим, оборудования, да, к примеру, или о создании условий безопасности, и угу. перекладывая вину на сотрудника, допустим, который, ну, к примеру, там, неопытный, может быть, да, или там уставший был, там, угу. несколько смен подряд отработал и так далее, ну, разные, да, бывают ситуации, наверняка вы на своей практике видели довольно достаточно, да, таких угу. случаев. И тогда, да, происходит то, что на протяжении там нескольких вот подобных случаев предприятие никаким образом не считает себя виновным, да, в таких моментах. А потом, действительно, учитывая, допустим, сложность работы этого предприятия, которое связано с, например, да, какой-то mm-hmm. промышленностью, да, или, может быть, стройка, да, это какая-то, завтра может действительно, ну, какая-то авария большего масштаба случиться. Конечно. И вот в таких случаях, да, когда ведется расследование, после этого осуществляется ли какая-либо работа по анализу подобных случаев, да, может mm-hmm. где-то за круглым столом, где-то в ходе семинаров, может быть, с теми же представителями работодателей, да, и подобных предприятий, да, какой-то разбор ситуации, чтобы выработать общие какие-то меры, которые потом помогут вот предупредить подобные случаи. Да. Да, действительно, после того, как несчастный случай произошел, проведено специальное расследование, там составляется перечень мероприятий, которые необходимо работодателю, как говорится, надо выполнить. И когда вот ставятся определенные сроки, после этого проверяется угу. со стороны инспекции труда или со стороны департамента промбезопасности исполнение этих мероприятий. Угу. Действительно, они выполнены. Зачастую практически выполняется на 99%, можно сказать. Но в некоторых моментах бывает, что какие-то финансовые, экономические причины, может быть, и это повлияет. Но зачастую выполняется. Но мы говорим не об этом. Мы говорим о том, что вот эти случаи почему произошли. Вроде бы смотрим, когда расследование, все меры приняты. Угу. Рабочий обеспечен полностью там, специальной одеждой, специальной обувью, средствами защиты. И все инструктажи проведены, все условия соблюдены. И вроде не первый год работает угу. человек, но произошло. Вот анализ, когда делаем, например, по стажу, да, обычно, конечно, это малоопытные попадаются угу. несчастный случай. И люди, имеющие достаточно опыт, потому что у них со временем притупляется mm. бдительность. И когда притупляется, люди говорят, это да, это можно и не сделать. Ничего страшного. Да, ничего страшного не будет. Рискуют, а на авось, где-то, да, да, может быть. Это, может, и характер есть, это бывает. Mm-hmm. И зачастую мы, когда смотрим, на первое место у нас выходит по причинам, если смотреть. Сейчас вы, может быть, и скажете не так, это грубая неосторожность со стороны пострадавших mm-hmm. немалую роль играет. Mm-hmm. Вот они, я уже говорю, вот это, или молодые, или там достаточно опытные, допускают. Не боятся рисковать, да, скажем так. Да, да, не боятся рисковать. И потом на втором месте, конечно, идет, когда работодатель, конечно, вместо того, чтобы принять все меры, которые от него требуют, зачастую он
из-за того, что надо быстро это надо закончить, либо это у него не хватает каких-то средств, он думает, что в тот раз он так сделал, в этот раз также может и это произойдет. Увеличивает нагрузку, возможно, нагрузку увеличивает. И как бы они думают, что их может этот вопрос обойти. Потому что мы, когда вот несчастный случай происходит, анализируем и по некоторым из них обобщаем и всем сообщаем. Например, так называемые пресловутые канализационные люки работы. Когда перед тем, как начинает работать, когда вот люди туда спускаются, они должны соблюдать меры предосторожности. У нас слышали, да, вот там три человека погибло в таком-то районе, в такой-то области, и там-то. Это зачастую люди, работодатель, перед тем, как людей туда послать, первый он открыть и проверить наличие там токсических газов посредством определенных там устройств. Они недорогие, и там средства очень простые. Опустили туда прибор, вытащили, посмотрели, там, да, действительно, окись углерода или чего-то там такого у них нету, все дает разрешение. Вот зачастую как получается? Они думают, что один-два колодца проверили, все вроде нормально, третий колодец не проверяет. Один идет и спускается, потом пойдет за ним второй его вытаскивает, как всегда, и потом, может, и третий. И в результате вот такие вещи получаются. И потом еще такие, например, случаи тоже. Очень много идет работы вот, летом по перекопке траншеи. Когда они меняют трубы, да? Да. По закону написано четко, что эти трубы не должны копаться вертикально, они должны делать откосы. Ничего сложного нет. И когда вот так вертикально копают, конечно, стенки они не укрепляют, осыпаются, и люди там зачастую остаются. И мы тоже вот такие факты обобщаем, и перед началом весенних, летних таких работ предупреждаем работодателей и говорим о том, что вот эти вещи необходимо соблюдать. Здесь ничего такого сложного, ничего нету. Тем более это написано у них во всех документах. А если бы все работодатели были бы законопослушны и все они делали все как полагается, конечно, могли бы многих моментов избежать. У нас есть такое-то поговорка или выражение. Все пункты, все статьи правил безопасного ведения работ написаны на каком-то примере или написаны на чьей-то крови. Потому что когда вот случается несчастный случай, когда вот правила поднимает, когда читает, там написано, что не так надо делать. Ну вот действительно, вы правильно сказали. Часто ведь бывает так, что мы хотим где-то побыстрее, да, сделать работу, где-то сэкономив время, да, увеличить нагрузку каких-то работников. Но одно дело, да, когда мы пишем не один отчет, а три отчета, да, это один вопрос. Другой вопрос, когда человек, да, выполняет тяжелую норму, да, где-то среди тяжелой там сложной техники, да, и это физически тяжелый труд, например, и так далее. То есть чаще всего, как говорится, да, пятилетку за три года, да, с одной стороны, это очень, конечно, здорово, да, когда такие достижения происходят, но с другой стороны, это чревато всегда, и учитывая то, что многие работодатели экономят не только на силах, но и на замене оборудования, которое мы знаем прекрасно у нас, к сожалению, чего уж таить, да, устаревшее, да, особенно там, допустим, на некоторых предприятиях, где оно на износ работает, да, уже, и, опять же, учитывая финансовые возможности, не все могут, да, себе позволить, но по закону они уже не имеют права, например, использовать такое оборудование. Вот как раз Комитет промышленной безопасности, насколько я знаю, занимается, да, вот этой проблемой, и
Когда вы встречаетесь с работодателями, да, во время вот таких вот круглых столов, да, во время такой вот совместной работы, какие чаще всего проблемы они называют и насколько активно идут навстречу вам, да, и другим организациям, которые защищают права работников как раз-таки? Угу. Готовы ли они сегодня сотрудничать, да, или у них своя позиция? Ну, когда мы проводим экспертные советы или проектные офисы по отдельным вопросам безопасности, охраны труда, когда их приглашаем, когда они говорят, самое главное, конечно, это замена оборудования, постепенная замена оборудования, вывод из эксплуатации отработавшей срок службы и тому подобное. Но зачастую все это необходимо делать не так, как вот это оборудование, там срок службы прошел или это самое, а необходимо обосновываться в стандартах безопасности труда. Потому что стандарты безопасности труда есть международные, есть казахстанские, есть. Они там четко прописывают, какие оборудования, какой срок, как он должен использоваться, и каким образом их надо это самое менять. И когда проводить соответствующее обслуживание, соответствующие там испытания этих оборудований, закрепить надо людей за этим каждым. Да. И многие работодатели уже знают, понимают, что приоритет это не, скажем так, получение какой-то там прибыли, а приоритет это жизнь и здоровье людей на производстве. Тем более знают, что в настоящее время я говорю, что вот рабочие профессии, следующий год у нас же год рабочих профессий, и поэтому очень много внимания уделяется, и необходимо подготовить и кадры, которые умеют работать на этих оборудованиях, потому что оборудование усложняется год за годом, конечно, необходимо подготовка, переподготовка этих людей, и поэтому систему подготовки рабочих профессий необходимо регулировать и с участием этих самих предприятий. Я не говорю, что как в советское время была там система ПТУ, рабочее место и практика и рабочее место сразу практически подготовлены люди приходили, это была одна система, так не может сейчас это реально рыночной экономики. Сейчас работают с предприятиями по профориентации, очень удобно как раз таки вот такая схема работы. Да, сейчас то время другое, рыночная экономика, поэтому многие предприятия, даже если хотят, даже не могут этого сделать. И поэтому вот это рабочие профессии необходимо готовить, и там их готовить и с не только, как говорится, навыкам, а и безопасность, охрана труда, их надо там обучать надо досконально. И у них должно быть, как говорится, в голове должна сидеть мысль, что если это так сделать, это значит очень опасно, этого нельзя. И тем более в законе есть норма в Трудовом кодексе. Если человек видит это опасно для исполнения этой работы, он может прекратить работу, и ему за это работодатель должен оплачивать среднюю заработную плату. Конечно, это очень защищает работника, но применить его необходимо. Ну, к слову, если сказать об изменениях, о позитивных изменениях, сейчас действительно другое время совершенно, и другие цели, и многие предприятия переходят к концепции безопасного труда, принимают программы, стратегии, это очень здорово, это хорошо, они многоступенчатые, многоплановые, они согласованы с многими организациями, это мы все знаем, как раз-таки, но хотелось бы распространение этого опыта повсеместно, то есть чтобы это было не только на большом предприятии, где очень хорошо там построен, допустим, социальный менеджмент и так далее, и поддержка работников хорошая, но и на малых предприятиях, ну и на стройке, на любой, но и даже когда там люди там просто кладут асфальт, то есть это ведь тоже люди, они тоже работают, и они тоже
заслуживают ровно тех же условий, да, что и люди на большом производстве, там, допустим, с тремя высшими образованиями. Угу. Мы говорим сейчас о необходимости повсеместного распространения вот этих вот как раз-таки принципов безопасности. И как раз вот вы этим и занимаетесь, да? Да. Ну, если так посмотреть на этот вопрос, да, вы уже упомянули вопрос о трехступенчатом контроле. Угу. Да, трехступенчатый контроль, это вот давно идет. Мы, к сожалению, заканчиваем наш эфир, и я уверена, что мы еще в будущем не раз будем говорить на эту тему. Сейчас у нас, к сожалению, время ограничено, и мы прощаемся с нашими уважаемыми телезрителями. Спасибо вам большое за очень интересную беседу. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в эфире.